Если меня узнают, будет плохо. Боже, что происходит? Не стоит привлекать внимание.
хватит! Сегодня с нами. Справимся, друзья!
даже в муках. Я горю! Не открыть, только с той стороны. Эй, что? С нами! Летим!
столько злобы. Этот край кто-то проклял. Во имя Одина, проклятие Нидингов снято.
Прежде чем в дом войдешь, все осмотри, все огляди. Ибо как знать, в этом жилище недругов нет ли? И всем друзьям расскажу, что разбогател. Я думал, что ты плут, обманщик, но ты не лгал. Храни тебя Бог. Просто ужасно. Что его так обрадовало? А, мой эликсир. Скоро он будет на расхват. Сделав глоток, ты засыпаешь, а просыпаешься уже богачом. А ты находчивый обманщик. Я не знаю, как именно работает эликсир, но я не лгу. Вспомни, как радовался тот человек. Он и многие другие вернулись ко мне богатыми, хотя их истории были разными. Давай сюда свой эликсир. Запасы закончились. Чтобы сварить еще, нужно пойти на риск. Ты уверен, что готов принять вызов? Сначала скажи, какой. Что ж, ладно. Ты должен принести мне два ингредиента. Медвежью мошонку и лишайник. И где мне все это искать? К западу отсюда есть медвежье логово. Звери устроились там из-за зимних лисичек. Что до лишайника, он растет в колодце снаружи. Будь осторожен. Вот и лишайник для эликсира.
Вот и медвежья мошонка. Держи, я принес, что ты просил. Отлично. Примусь за дело. Эликсир будет готов совсем скоро. Вот и он. Эликсир чудесного богатства. Прошу. Похоже, он тоже выпил эликсир. Очутился здесь и не смог выбраться. Вернусь к Зельевару. Посмотрим, знает ли он, что произошло.
Эй, Зельевар, что со мной случилось, когда я выпил ту дрянь? О чем мне знать? Сказал же, мне неведомо, как работает эликсир. Но на тебя он подействовал особенно сильно. Нетвердым шагом ты вышел отсюда и бросился в лес, будто учуял что-то. Совсем как дикий зверь. Я беспокоился и рад, что ты цел. Твое богатство приумножилось? Можно и так сказать. Я очнулся в пещере, а рядом был мертвец с сокровищем в руках. Хм, раньше такого не случалось. Думаю, это был один из твоих покупателей. Но ему не повезло. Пожалуй, я больше не буду готовить эликсир, пока не разберусь, как он работает. Разумно. Рептон, Сигурд и Рагнарсены должны быть здесь. Thank you.
Танцуем!
Ее! Здесь покоятся останки исполинов. Я начертал символ на камнях, чтобы в будущем люди могли наполнить свой дух силой, что скрыто внутри. Но да будет известно тем, кто хочет услышать здесь голос Божий. Слова его неясны и переплетены древними нитями. Он присутствует здесь. Эти столбы, принесенные гигантами и защищающие нас, стали частью его замысла. Аминь. Чувствую что-то странное. Thank you.
Остановись, не торопись! Лишь только тот дальше пройдет, кто пароль мне назовет. Не стоит преграждать мне дорогу. Я не какой-нибудь недотрога. Переломлю тебя пополам. Переживешь ли ты такой срам? Ты дружишь со словом? Что ж, как гостя не впустить такого? Входи, входи, и готовься драться. Будут зрители выть, а кости ломаться. Начинаем? Хочу. Чудесно! А вот и твой противник. Ждет тебя нелегкий бой. Не зря его зовут Стеной. Эдвард из Линкольна. Это победа! Вот это дела! Ты порхаешь, как бабочка, а жалишь, как пчела. Никогда не устану я смотреть, как ты бьешься. Надеюсь, что ты к нам очень скоро вернешься. Ты хочешь добавки? Хочу. Чудесно! Здесь у... Ah!
снова ты! Хочешь добавки? Хочу. Чудесно! А вот и твой противник. Пора, наконец, сбить с тебя спесь. Но достойных бойцов не осталось здесь. Со мной придется драться тебе. С чемпионом ББ. Здесь прежде не видал, чтобы я вот так вот проиграл. Вынужден сказать тебе, отныне ты чемпион ББ. Это честь, наверное. С честью носи это звание. Оно твой приз за старание. И помни день, что по праву принес тебе эту славу. До встречи. Hmph.